Всем привет! Приехали в зону отдыха. Здесь находятся санатории, профилактории, детский лагерь. Там обувь дальше. Бассейн, санаторий, рассвет. Спортивный кофе. Должно быть много белок. Санатория «Рассвет». Во дворе такие огромные ели. Вот пенсионерам дети покупают. Везет. Для белок, наверное, это домики. Такой фонтанчик. Здесь тебя не будет страшно идти по тому огромному мосту? Родной наш лагерь. Нет, я живу. Мы здесь первое место, где мы здесь жили. Как же у нас раньше? Почти 3 месяца. Детско-юношеский лагерь. Березовая роща. Пожалуйста, пусть Андрея тут встретит. Страна дураков напоминает мне сильно. Типа пройти нельзя, здесь все, видишь, замкнуто, все закрыто. Любуемся. Любуемся. Селфи сними, собери. Никуда не уходи, здесь посиди, селфи сними, собери. Пиво, тележка какая сюда. А я тут не была раньше. Идем пешком в следующий. По ходу санаторий Сибиряк. Там вообще очень красивая инфраструктура. Да, там вообще супер. Супер красиво. Конечно.